Так, сейчас протестим вот такой фонарь. Сейчас получил. Так, ну ничего не видно. Вот он наш фонарь. И сейчас вон туда в темноту пойдем и посветим. Тут у нас такое место темное. О! Заявлено 500 люмен, не знаю. И вот дневной свет. То есть для рыбака, ребята, дневной свет просто бомба. Одели на голову вот что-то подсветить, гляньте, как классно светит. Ну чисто вот под ноги вот. Вот моя нога. И так. А это типа прожектора. Ну не очень, конечно, ярко, честно сказать. Вот. Не очень. Такой бледный какой-то, не знаю, телефон передаст или нет. На телефон снимаю. Бледная такая точка. Кажется яркая, но на самом деле она вот не яркая. Ну, метров на 20 досветит. А дневной свет классный. Вообще для рыбаков лучше брать вот такой чисто дневной свет и светить. То есть, ну, блин, если честно сказать... Это я тут под ногами, да, если вдаль все-таки поплавок где-то метров на 20 не видно, да, то есть вот такой луч уже надо. Ну вот, такой вот фонарик. Неплохой, в принципе, блин, 300 стоит. Так что. Так, ребята, а вот так светит фонарик L2, вот он, диод. Вот. И вот так вот вдаль видно. Так. И сейчас достану наш фонарь. Вот этот. Ну, ясно, что L2 ярче. По-любому, видите, эта точка и эта точка. Вот вдаль. 20 метров он еле добивает. И вот L2. И вот дневной свет. L2 тоже ярче. Вот свет этого. И вот свет L2.